Всех приветствую. Продолжаем знакомиться с персонажами мифологии по книге «Кто есть кто?» Составитель Бетти Редис, дополняя какими-то данными из Википедии, из интернета. Гален, знаменитый врач и анатом из Пергама, работавший в Риме и бывший другом и придворным врачом императора Марка Аврелия. Многие из медицинских трудов Галена сохранились и через арабские источники оказали влияние на всю средневековую медицину и анатомию. Его познания о функциях спинного мозга были полностью оценены только в XIX веке, а его открытия в диссекции костей и мускулов дали термины, которыми пользуются до сих пор. Распространено написание имени как Клавдий Гален появляется лишь в эпоху Возрождения и не зафиксировано в рукописях. Считается, что это ошибочная расшифровка сокращения КЛ – Кларисимус. Сын богатого архитектора Гален получил прекрасное образование и много путешествовал, собрав множество информации по медицине. Поселившись в Риме, врачевал римскую знать, став со временем личным врачом нескольких римских императоров. Его теории доминировали в европейской медицине в течение 1300 лет. Студенты-медики изучали Галена до XIX века включительно. Многое из его наследия сохранилось благодаря переводам на сирийский, арабский, иврит, латынь и древнеармянский. Ну вот так вкратце о Клавдии Гален, знаменитом враче и анатоме из Бергама. Пока-пока, до свидания.